Всем привет! В комментариях вы часто спрашиваете про выставки мебели. И это понятно, все хотят сэкономить. Сегодняшний ролик в первую очередь про то, где купить мебель с большими скидками. К сожалению, из-за пандемии почти все выставки в этом году отменили и продолжают отменять на ближайшее будущее. Спонсор сегодняшнего ролика – испанский фильтр для воды Tap Water. С этим простым в установке фильтра вы будете получать чистую полезную воду прямо из-под крана. Этот фильтр для воды удаляет неприятный вкус и запах, устраняет более 80 загрязняющих веществ, включая микропластики, хлор, свинец и пестициды, но сохраняя при этом полезные минералы, такие как магний, кальций и калий. Ссылка на фильтр Tap Water в описании ролика. Так давайте разберемся, где и как можно сэкономить при покупке мебели. В первую очередь это аутлеты мебели. К сожалению, многие аутлеты только приписывают себе данный статус, по факту удерживая стоимость выставочных образцов на уровне обычных магазинов. К примеру, тому Внуково аутлет Home, где цены на мебель не отличаются от цен магазина Три кита. Но все же есть реальные аутлеты, где вы можете найти хорошую мебель с реальными скидками. Так, к примеру, магазин дизайнерской мебели Гарда обзавелся собственным аутлетом. Но не советую покупать в данном аутлете на заказ. Данные товары лучше проверить и посмотреть собственными глазами перед покупкой. И что ты будешь складывать? Цветок. А, я что-то как-то. Ты что, это шкашко? Да. Сколько? 2000. Сколько? 3. 999. Она большая? Ну да. Еще один аутлет дизайнерской мебели и аксессуаров – Liqui. По факту это огромный склад с выкупленными мебелью и аксессуарами разных производителей по очень приятным ценам. Но не только в аутлетах можно найти мебель с хорошими скидками. Так, к примеру, фирма Пара. Мне очень нравятся фактуры и цвет шпона, который они используют. Они часто проводят продажи собственных выставочных образцов. Также при фабрике есть магазин, где продают экспериментальные образцы с очень большими скидками. Конечно, всегда можно купить недорогую мебель в IKEA, но почти неизменный ассортимент превращает типовые квартиры любителей данного бренда в череду типовых интерьеров. А ведь так хочется сделать свой дом особенным и добавить уникальность в интерьер. Надеюсь, что ответила на ваши вопросы. Будьте дизайнерами собственного пространства. Всем пока!